Тем временем свой внешний облик меняют городские дворы. И вот один из них на Дзержинского. На то, чтобы привести изначально засыпанный участок земли в порядок, потребовалось более 17 миллионов рублей. За эти деньги во дворе появится удобная заасфальтированная автостоянка, детские игровые комплексы для самых маленьких и ребятишек постарше. Здесь же качели, скамейки и мусорные урны. К слову, жители домов за такую площадку заплатили в среднем не больше 2% от общей суммы, необходимой на благоустройство. Основные же расходы на себя взяла администрация города. В ноябрьске в этом году, как, впрочем, и в прошлом, успешно работает городская программа благоустройства дворов. Собственники голосовали, когда проводили голосование, уже были утвержденные, значит, проекты, и в них они уже отражали свои хотелки. Там уже все было, и согласно критериям отбора, там уже должно было звучать и детские площадки для самых маленьких, и подростковые, и спортивные площадки, и наличие автостоянок, и озеленение, и благоустройство, ну, как бы полностью, и смена ограждения, скамеек, урн. Это все в комплексе. Вот все, что захотели собственники, все они и получат.